чертом ну, говорит. Да. Да, да. Вау! Как так? Дима, как так? Как ты умер? А, я видел! Кирилл, я видел твою головку торчащую! Подожди, дай мне знак какой-нибудь. Нет. Ну какой-нибудь знак, там выстрели чем-нибудь. Хе-хе, народ. Недавно для себя я открыл крутой канал с девушкой, которая раздает крутые киллы. Вы прямо сейчас их видите. Скилл просто на высоте. Воу! Всем привет, приходите на мой стрим. Хочешь видеть больше таких моментов? Тогда переходи на ее Twitch канал. Все ссылочки для вас находятся в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Кофе, Варпач и Овер. И сегодня у нас будет маньяк. Всем привет! Всем привет, ребят! В общем, карта у нас сегодня что-то типа какого-то склада посреди какой-то, я не знаю, какого-то леса, ребята, вот. И именно поэтому сегодня мы будем играть здесь. И за маньяка начинаю первый я, вот. Поэтому, да, ну ребят, что, сразу и начнем, да, я думаю? Да, все, да, погнали. Да, все, давайте, я жду, пока вы спрячетесь, пока что нужно прописать себе только тазер, как бы, и все. Все, пойдем, Овер, спрячемся. Давай, туда, погнали, погнали. Не туда. Так, все, отлично, тазера прописали, ребята, ну все, я вас жду, давайте, короче. Мы тут, короче, придумали одно местечко, ну просто капец. Вот ну, мне ну, интересно, вот... какое, ребята, вот реально, они там, значит, все место какое-то, смотри, смотри, и смотри, не смотри, здесь главное вот определить вот так вот, чтобы где конец, да, где край. А, точно, да-да-да. Так, да, ну да, все, да. Ребят, оп! Я вышел, я вышел. Вот оно в чем подвох-то весь, все. То есть, ребят, у нас сегодня необычный маньяк, у нас сегодня маньяк, получается, с модами, то есть у нас стоит SV Gravity 200, и еще стоят у нас... Воу, здорово! Подождите, а что, все? Он нас заметил, он нас... А как он? А, как он забрался сюда? Не знаю, а там лестница есть. Там лестница же есть, что? Блин! Я думал, это единственное место, куда нельзя забраться. Нет, там была лестница стояла, вы чё? Капец. А чё, ты за мной прыгаешь, да? Меня нету больше. Поймай меня. А где... А, вот она, сука, лестница, ну капец. Я-то, значит, тут место выдумал, думал, тут забраться можно. Так, 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 так. Прыгать, вернись. Нет. Я нашел, по-моему, новое место нам. Хотя я буду маньяком в следующей игре. Ой, как у меня это, руки трясутся. Вообще, да ты можешь уже приземлиться. Как ты так делаешь? Просто объясни мне, как. Это банихоп. Чисто из-за этих модов мы усложняем просто маньяк. Very good. Чё, я перезахожу, да? Все, да, давай, Кирилл. Получается, у нас идет за маньяка. Так, сейчас давайте я захожу с серов. Ну ладно, я спрятался, вроде бы более-менее, поэтому все, Кирилл, давай. Мы, Олег, знаешь, как туда забирались? Через дерево. О, дверь открыта. А реально? Да. А там вообще-то лестница сзади есть? Да, я уже посмотрел. Ясненько, понятненько. Ну ладно, все, давай, Кирилл, тебе удачи. Я просто видел, что ты там уже вылез как бы сверху, поэтому... Да-да-да, я уже вот... Ты что, увидел, что я вылез? Да. А, то есть, Олег, ты все, понятно. Вот так вот, значит, да? Да. Окей. Эй, здоровенько, приветики. Это кого, он тебя нашел или меня? Фу, я уже испугался, понимаешь? Все, братан, не пугайся, все нормально у нас. Вроде пока никого не нашел. Ага. Нет. Ага. Ну-ка, ну-ка, что там, а, Кирилл? Интересно. А, вот пока ничего, пока ничего. Так, ну я Кирилла вообще пока не вижу, то есть если бы я видел, я бы, ну, видел. Я вроде бы даже и не слышал его. Ага, рассказывайте. Да. Не, я только в самом начале видел, как он выбежал, получается, из своей хибарки небольшой такой, да, из домика этого, и все. А потом уже все, он там своим путем. Кирилл. Давай так, короче, когда у нас будет примерно, вот мы еще минуту отстоим, мы начнем уже давать небольшие подсказки, если ты, конечно, к этому времени не найдешь. Хорошо, давай. Так, а времени очень мало у нас, время движется в два раза быстрее практически. Да, 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 даже я бы сказал в три раза быстрее. Да, быстренько. Так, вот я кого-то там это видел кого-то, только не знаю, кто это делает. Да ладно, ага, конечно. Так. Видел он. Я реально, я пишу, ты говорю, я видел, что кто-то, ну ладно, не буду как бы говорить, потому что, ну ладно, черт, ну, да. Где же вы можете прятаться? А оказывается, нычки-то есть все-таки. Нычек, да, нычек достаточно здесь. Надо было давать подсказку, как бы. Но, Кирилл, твоя позиция, точнее, твое место бы... Ой, ну, короче, тебя было видно много раз, как бы, вот, и... То есть с самого начала, да, это понимаешь? Ты был очень много раз, ну, ладно, не много раз, но раз точно был близок очень со мной. Прям вплотную чуть ли не подошел. Да? А, вот ты где, смотри, подожди, иди сюда. А где ты? А, вот, а вот ты.
знаешь, как испугал меня, братан. Ну чё, кто у нас овер сейчас будет? Так, теперь я, давайте, я перехожу. Так, всё, давай, братан, переходи. Ты, Кирилл, понимаешь, ты просто спиной ко мне. Я стоял сначала, вот видишь, вот такой вот небольшой цилиндр такой белого цвета. Да. Я, короче, прятался вон там, видишь, за белым таким вот. А я вот так и думал, но я тебя не видел там. Ты вот так вот обходишь, вот так вот, смотришь здесь, я смотрю на тебя, все. Так, ладно, давайте, значит, МП рестарт, да? Я краем глаза смотрел, но я не видел тебя там. Ну, прям нормально затарился. Ну, у меня есть еще одно местечко. В принципе, оно, я не знаю, сложно или нет. Но прикольно. Так, давайте, прячьтесь, давайте. Ну, слушай, с такой скоростью гравитации это более, знаешь, распространенное, не знаю, более... Больше пространства для маньячка. Да, кстати, реально есть такое, да. Ух, какое хорошее место ты так, нашел. Так, мне это уже не нравится. Да ладно, ладно, нормально, нормально. Вай. Так, а чё, меня пока не выпустили. Вот, да, все, друзья, я побежал. Все, давай, мы тебя ждем, братан. Мы как бы спрятались. Слушай, где я вообще? Блин, а я даже не знаю, места столько много. Место-то карта большая, ребята. Мы еще, кстати, по-моему, никто еще из нас даже внутрь ангара этого не залетал огромно. Да. А что мы там вообще не прячемся, да? А, это значит, сейчас сидят там вдвоем в одном месте, короче. Нет, ну ладно. Вообще далеко. Я буду давать как бы подсказки стараться. Не, ну сейчас время пройдет, если не найду. А у тебя есть все шансы. А, воу, я думаю, воу. Чё? Если я скажу про это, то я дам подсказку. Я вот там, где еще вообще никто ни разу не был. Я вот там, где тоже еще ни разу, по-моему, никто не был. Не, ну нормальные подсказки. Я вижу радиацию. Я скажу так, это место очень близко с тем местом, где ты начинал, братан. Хрен знает. А подожди, а Кирилл, а ты можешь пролезть вот то, что справа? Да, я оттуда и пришел вообще-то. А, реально? Да, там целый лабиринт на самом деле. Нифига себе. Интересно. А он вроде меньше, чем ты? Не-не-не, смотри, причем тут реально... А подожди, а откуда там, а дальше куда он ведет? Ну ты смотри, сейчас покажу. Нифига себе! Да-да-да! Так, ну слушай, Дима, я ж следующий, блин, маньяк. Да-да. Ну все, позиция сейчас тут, значит, целый наперед. Блин, ну я прям вообще не... Нифига себе, Кирилл. Это ты где? Вот и видно. Я понял, где это, но... Все, 9-10, все, я походу... Я на крыше, короче, в вентиляционной шахте. Ничего себе. Да, тут просто реально дофига. У нас местечки. Все, Димон, давай, перезаходим. Давай. Рестарт гейм 1. Так, что, готов? Так, все, ну все готовы, погнали. Только пусть. Погнали. Ну, просто так, надо ботов кикнуть. И тазер прописать. Так, куда же можно спрятаться-то, а? Я походу... Нет, всё. Я думал, я застрял. Так, ну, ребятки, все, я готов. Тазера прописал. Дверька, сезам, откройся. Все открылось? Да, все. Боже, а я не успел. Где же вы спрятались, друзья? Где же вы спрятались? Так, вот тут что за место такое в первый раз? Ух. Ладно, нужно еще... Я вроде затарился, но куда хрен пойми. Вау! Как так? Дима, как так? Как ты умер? Я, короче, задохнулся. Я думал, тамак не идет. Я думал, что мне как бы все нормально со мной будет. Нормально, чё? Почему-то я не удивлен. Потом все время что-то такое происходит, вот реально. Ой. Кстати, у Кирилла прикольное место. Я не буду говорить, где оно, но оно классное. Я на улице, скажем так. Да. И я где-то в метрах... 500? Он как бы на улице, но не совсем. Ну, можно я скажу? Вот просто предположу. Да, на дереве? Предположи. Не. Нет, на дереве. Сразу нет, не на дереве. Нет. Это недалеко от места спавна, где мы респавнимся. Не ты, а где мы респавнимся. Прям недалеко. А я что, помню, где мы респавнимся? В главном дворике, где мы начинали серию. Да, где мы начинали, там не очень далеко. Да вы чё издеваетесь, 30 секунд осталось. Недалеко, где умер Овер. Ты помнишь, где умер, да? Да. Всё, как время? Да, быстро, а вон я, видишь? А, я видел! Кирилл, я видел твою головку торчащую! Как же это просто слышится? У меня есть идея. А ты где? Я уверен? И вот здесь откроюсь. Что-то вот, давай ты туда, я не туда. Я здесь прячусь, спорим, что он меня не найдет. Вот, я вот могу поспорить, если без подсказок ты не найдет. Да, ага, да, найду. Все, Олег, это вызов, реально. Давай, да. Чисто вот только тебе, вот я прям бросаю сейчас вызов. Все.
Не найдет, значит, да, вот так вот. Ну да, да. Я маньяк. Или кто? Да, или кто. Ладно, все. Ты уже вышел искать? Да, 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 я, да, я побежал, все, я забыл сказать вам. Все, я бегу. Оп. Да, прыгает там, значит, еще. Так. Не, ну, Диман, я тебя вижу. Ага. А я тоже тебя не вижу. Ну, это, да. Ну, так значит, ты рядом где-то, логично, правильно? Все. Слышал? Кого? Выстрел. Чьи? Мои. Какие? Ага, значит, слышал. Какие выстрелы? Не... А я потому что не стрелял, вот, понимаешь? Ладно, все, смотри. Даже не здесь. Я... Лол, я такое место нашел! Вот, Кирилл, можешь прибежать к тебе просто, я не знаю. А где ты вообще находишься? Я хрен знает, если честно. Ну, не надо говорить. Да. Не хочешь, не говори, понятно все с тобой. Понятно, в одном месте вот просто сидят вообще, такие. Взял там себе это место, не хочет делиться. Да, третья минута. Я на самом деле зашквырнул туда в самый раз, когда мимо меня пробегал Дима. Ого. Все, я обратно побежал. Ну, я не знаю, в какой момент, период этого времени было, но я прям такой прыгаю туда и смотрю, он за мной прыгает, и ты меня не увидел. Вот, Кирилл, видишь, какое место хорошее? Я не вижу. Ну, а, вот сейчас вижу. Ты ж помнишь, где? Да. А, ты видишь меня? Да. Подожди, дай мне знак какой-нибудь. Нет. Ну какой-нибудь знак, там выстрели чем-нибудь. Же, да, да, конечно, я вижу летающего овера, и я стрелять сейчас начну. А, ты, а, ладно. Но он сейчас прыгал. В углу карты. Подождите, это уже интересно. А откуда, где Кирилл, что он... А вы дайте подсказку мне, пожалуйста. Я... Овер, я недалеко от того места, где мы забирались на дерево. А, все, понял. Ну, а ты, Олег, что не дал? Ладно, у меня с тобой батл, все, я без вот, подсказки. Да, 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 я не могу. Все, можешь. Это вызов был принят и тобой. Такой овер пробегает, как будто на каблука. Ну ты же прям вообще близко получается, да? Да, ну может быть нет, я не знаю. Нет, скажи, ты на дереве, пожалуйста? Нет, я не на дереве, я даже не рядом с деревьями. Я так-то вообще не понимаю. Ну, блин, это такое прям. Бля, где, чё, кого, куда? Так вообще, да? Дима, ты вокруг меня 10 раз пробежал. А, вон, кто-то там прыгал. Дима, смотри, внизу, вот, за... А, всё, ты уже не успел. Слышь, Дима, я же говорил, что не найдешь. Ну да, не нашел, правильно. Ну, в общем, друзья, на этом наша сегодняшняя серия по маньяку в CSGO подходит к концу. Надеюсь, она вам понравилась, и надеюсь, вы поставили лайк и подписались на наши каналы. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. С вами были Кок, сюда Кофе, Варпач и Овер. Всем пока-пока. Всем удачи и всем пока, друзья. Всем пока, ребят.